совсем запутался, куда мне идти. Всем привет, ребята, с вами Макрил. Я не знаю, куда мне идти. Здесь я, в общем, потерялся, что ли. Мне же нужно было в соседнюю деревню. А я вот потерялся тут в березовой роще. Какой... О, вода. Вода. У меня совсем тут не осталось ничего. Фу, она воняет, она болотная какая-то. Чё я собрался пить воду с речки? Ну, как дурак тут. Ребят, вы видите? Это что там за дерево? Это что, дом какой-то? Никого нет? Да вроде нет. Ну-ка, давайте пойдемте посмотрим. Прям вот странное место какое-то такое красивое. Прям вот вода здесь спускается. И там, и там, и там. Палки валяются какие-то. Ладно. И какой-то сарай, что ли. Я прям не знаю. Ну, сарай, наверное, какой-то. Я не знаю, что это. Ну, я думаю, сарай, наверное, какой-то. Ну-ка, а если зайти посмотреть? Он абсолютно пустой, ребята. А! Господи, Житель! Ты чё так пугаешь? А ты чего моё имя-то делаешь, я не понял. Я шёл по лесу, я потерялся. А ты кто? Я охотник Житель, поможешь мне? Ну, я не знаю. Ну, думаю, останусь у тебя. А это твой дом? Ну да, только сегодня утром построил. А, ну ладно. Дай пройти. Помоги мне еще палочки собрать для костра. А, ну хорошо, я... Я пойду, я пошел, все. Короче, ребят... А, кстати, Житель, я у тебя еще кое-что хотел спросить. Ну вот, Житель, да, спасибо, все. Ну вот, ребят, это вообще... Я пошел ломать палок. Сейчас будем костер тут разводить. С вами был Макрил, всем удачи, пока.